Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и сегодня мы поговорим о предложении, которое вывалили в магазин. Я не буду произносить какие-то долгие пламенные речи. В частности, поговорим с вами о предложении на подписочку. Вот, подписочка на золото и опыт. Итак, быстренько его обсуждаем. Если вы не смотрели мое видео, касающееся того, как можно бесплатно получать голду, и в частности там затрагивается момент по поводу того, какой донат является выгодным и по какой цене имеет смысл обычному донатеру, который, считает свои кровные деньги и покупает голду с умом, какой нормальный курс 1000 голды по отношению к долларам. Сейчас предложение звучит так: 5 баксов за то, что в течение 10 дней вы будете выходить в игру и, соответственно, будете получать каждый день награду за просто вход в игру, можно не закатываться ни в какие бои, будете получать по 500 единиц золота и 5000 единиц свободного опыта. Суммарно, если вы не пропускаете ни одного дня, за 10 дней вы получаете 5 косарей золота и 50 косарей свободки. Что я могу сказать по данному предложению? Скажу откровенно, если бы у меня были деньги, я обязательно купил бы эту подписочку и воспользовался ею. Потому как 1 бакс за 1000 голды — это уже хорошее нормальное предложение, хороший нормальный донат. Ну а что касается того, что идет в нагрузку, то я считаю, что довольно неплохо. Мало того, что получить по очень сносному хорошему курсу саму голду, так еще и запастись 50 единицами свободки, которые вы можете потратить на какой-нибудь, скажем так, вызывающий у вас слезы веточки, которую тяжело прокачать просто своими силами, и элементарно не хватает нервов. Поэтому моя вам рекомендация: если вы ищете или ждете предложение о покупке голды с нормальным курсом, такое сладенькое предложение — это оно и есть. Это все, что я хотел сказать по данному предложению. В конце этого видео будет ссылочка на мое видео по поводу голды в World of Tanks Blitz. Рекомендую всем посмотреть, оно недолгое, но информативное и, надеюсь, будет вам полезным. Заранее вам большое спасибо. И еще, если вам не сложно, если вы не подписаны на канал, подпишитесь, пожалуйста, буду вам очень благодарен. Это реально жизнь моего канала, и возможность его существования на просторах YouTube. А у меня все, всем всего хорошего, всех благ, и, соответственно, мира вам.